Приветствую всех, кто смотрит, это код Total War Легенда. Война против всех за Рим Юлиев. Какие наши дела? В прошлой серии была очень потная битва против Египта на Лептис Магне, но я ее отстоял. Эту Лептис Магну. Сейчас меня, скорее всего, проатакуют эти Иллирийская конфедерация. У меня тут, блин, очень раздолбанная армия. Надо ее тавой. Диверсия в войсках, отравление пищи 61%. Если у тебя получится, ты вообще умница будешь. Ты овца тупорылая, блин. Она дважды зафейлилась. Она с этими зафейлилась и с этими зафейлилась. Есть какие-нибудь наемники? Чуть-чуть. Тихие наемников. А, ставлю, наверное, пускай будут. Зато показала, что у них. Ну, у них бомжи, реально. Или риски вот эти копейщики, они никакущие. Лептис Магну они никогда в жизни не возьмут. У меня флот уже тут подготовленный. Блин, промазал. Вообще, в целом, какая вообще ситуация в мире-то, ё-моё. Здесь я держу армию этих галов, конфедерации галов. Здесь вроде как что-то отстраивается потихоньку. Туточки, кстати, флот вражеский, морские разбойники, блин, довольно опасные ребята. Мой флот уже к Массилии подплывает потихоньку. А почему нет? Вот, хорошо. Будем здесь стоять. Хотите на меня напасть? Давайте, говнюки. Давайте. Ну да, основная угроза у меня, конечно, вот здесь. То есть в Африке. Это Египет. Он у меня тут гегемонит, да? Потихоньку. Я не знаю, правда, против кого Египет воюет еще, кроме меня. Смотрим. Против Майна. Это где-то здесь, в Аравии, скорее всего. И все. То есть вот эти ребята, которые тут тусят, они, наверное, с Египтом-то дружат, по большому счету. Блин, какая же ты овца, блин. Горация Валюса, блин. О, сил нет на таких овец. Ну что, вы будете меня атаковать, интересно, мне? Бля, как их много. Если он не кританет, то это ничего не даст, поэтому я лучше манипуляцию сделаю. Может, у него прокатит. Нет, задержан всего лишь. Всего лишь задержан. А чё я рвение не могу качать-то ему? Это чё за бред-то? Где? А, это оно и есть. Нет. А, вот же, тьфу, блин. Нет, решительно не понимаю, где рвение-то? Почему он не хочет мне рвение давать? Совсем. Как его качали так? Или это оно и есть? Это, наверное, оно и есть. У него нету основного умения, что ли? Чё за инвалид, блин? По идее, должно быть основное умение, потом рвение, потом все остальное. Понятно как-то. Оратор жесткий. Ученик философа. Египет, смотри, уже, блин, понасылал тут. Так, вот у меня есть флот. Он может чпокнуть египетского вот этого говнюка и уничтожить македонцев на всякий случай. Ага, то есть он даже македонцев-то и не задевает. Понято. 96% в день. 98% режим нападения. Ну окей. 11 человек, ни о чем. Нормально. Агриппа 6 ранг. Молодец. Хороший Агриппа. Стратег. Так, ему я дам навигатора. Давайте чпокнем вот этих ребят. Это я записывать не буду, я просто их утоплю и все. Потопил, как обещал. Новых наберут, конечно, тут без вопросов. Мне, конечно, очень хочется уже в Италии, но, блин, сами видите, ну не вариант пока, к сожалению. Этот тренд никогда в жизни не высадится. Кстати говоря, я могу, наверное, флот сюда перегнать, и мне тогда проще будет обороняться. Да. Ну а чё, я буду стоять, расстреливать всю канитель. Попробуй напади, как говорится, да?
Здесь меня беспокоит немножко Гарама, но я думаю, что все будет хорошо. Как я буду с этим разбираться, я только не знаю. Это у нас эвокаты, да, стоят. И, однако, Горта Орла. Угу. Надо нанять, конечно, слонов. Тут вообще много чего надо нанять, чтобы со всем этим разобраться. Тут еще легион стоит, тоже его убирать стрёмно, потому что Карфаген оставляет совсем без пехоты. Стремноватенько. Что у меня вообще по империю? Да, еще далеко. О, у меня сановников-то, ёперный театр. Это я думаю, что у меня, куда деньги-то делись? Дайте мне сановничка какого-нибудь. У меня один только, к сожалению. И, соглядатов фейтелев у меня больше, окей. Дальше, в первую очередь, тратим деньги на то, чтобы армию задержать вражескую. Молодец, возместил расходы, блин. Сегодня будет вообще хоть одно удачное отравление? Есть, хотя бы воитель не подвел. Отлично, молодец, умничка. Кританул, постоит теперь, козлина. Давай-ка вот. Покачаю ему крит. У него хорошо получается. Пускай критует действительно, а чё нет-то. Далее. Можно мне еще, пожалуйста, одного агента? Очень надо. Отлично. У меня еще один агент. Великолепно. И у меня легион Венерия освободился. В Тараконе сколько у нас тут? Более-менее. С гарнизоном в Тараконе. Можно выдвигаться, в принципе, убивать вот эту армию. Сейчас кто-нибудь выскочить, конечно, может, но я тоже сам выскочу. Бележачего, как говорится. Так, да куда я могу дойти? Слушай, да я могу дойти, на самом деле, до упора. Но меня какой-нибудь агент стопудово чпокнет. Вот, блин, как пить дать. Здесь какая-нибудь тварь наверняка ошивается, которая меня сразу же задержит, если я пойду к этой армии. Вот чисто ради эксперимента, давай, я просто выдвинусь без засады. Потому что я чувствую, что я на засаде просто тупо не успею. Вот мой Марк Антоний подойдет сюда. Этот двигаться не может, все равно он как бы отравленный, да? У него покоцанные и присягнувшие, поэтому я думаю, что эта армия справится вполне. К тому же мои два агента еще немножко их покоцают на следующий ход. Сильно у меня вообще проседает порядок Карфагеника минус один, кстати говоря. Пища, это... Так, это фигня, нет. Пока не буду. Здесь растет, здесь падает минус 7, но нормально. Нормально. Здесь минус 4, конечно, падает, но тоже ничего. Тараконская Испания, я вообще отменил налоги, да? Поэтому... А так 0. Отлично, хорошо. Ноль меня устроит вполне в Тараконской Испании. Хорошо. У меня есть немного денег. Я могу нанять здесь армию, как я и хотел. Для того, чтобы она защищала Юнии, Корнелии. Стоимость военных построек, рвение, боевой дух, авторитет. Вот, легион Хиспана можно восстановить. Пускай он здесь потусит. И милицию какую-нибудь нанять. Какую только. Гладиаторы-копейщики, гладиаторы-копейщицы. 516, 300, 300, 100. Вигилов, может быть, понанимать. Блин, отстой, конечно, полнейший, блин. Гладиаторов меньше гораздо. Бронированных гладиаторов можно понанимать, конечно. Но их много не наймешь. Ладно, давай. Чисто ради милиции. Вот. И на следующий ход у меня, по идее, здесь... появится гарнизон еще в Бригантии. Вот. Две когорты легионеров. Поэтому более-менее. И давай подвигаться вперед уже. Мне пригодится эта армия. Пригодится здесь. Ну, если флот решит напасть там или как-то чего-то, то я могу всегда вернуться. Если они захватят, конечно.
Если не захватят, то зачем? Все, максимум армии, максимум флотов. Агента нанял, денег больше нет. Атаковать меня могут здесь, здесь и здесь. Слушайте, ну что делать? Что делать, как говорится? Конец хода нажимаем. Смотрим. Не то чтобы все было плохо, но... Блин, еще. Да это сколько у вас там стеков-то, а, в темноте? Ага. Египет все подплывает и подплывает. Эти свалили. Агентов ко мне шлют, блин, пачками, твари. Но не напали, не напали. Конфедерация Галлов. Да, вот я, кстати, этого ждал очень, на самом-то деле. Это ж классно. Сейчас на меня нападает пехтура ихняя, ну, грузовые корабли и флот. Я даже не знаю, вообще стоит это записывать или нет, если честно. Ну, давайте я запишу, когда уже флот будут дорастреливать, чисто так. Ну вот только сейчас флот подплыл, я уже тут утопил, блин, половину ихнего, как она называется, грузового флота. И вот сейчас только подплыл флот. Они крепче на самом деле кораблики, чем, ну, чем цивилизованный флот. То есть по нему больше надо попасть, раз, больше таранить. С первого тарана бывает, он не ложится даже. Ну это ему компенсировали то, что у него тарана нету, просто крепкость, грубо говоря, да. Но расстреляем все равно, господи, что там... Что тут стрелять на самом деле? Почему вообще авторасчет им дает преимущество? Из-за того, что у них солдат больше. Ну и что? А у меня пушек больше. Во флоте важно что? Арта. Так всегда было во все времена. Смотри, сколько дырок уже они плывут. Ну вот первый пошел. Грубо говоря. Ну вот второй пошел. А, давай вот этого, который поближе. А, ну все. По большому счету это все. Дальше записывать смысла нет абсолютно. Ну, ни единого римлянчика я не потерял. Все целы, все здоровы, а у них все трупы. Еще вопросы, конфедерация Галлов. Давайте. Ага. Да ладно, серьезно? Слушай, это прокатывает второй раз за эту кампанию. С Карфагеном также прокатило. Окей, я не против вообще. Это я потоплю, даже записывать не собираюсь. Все на дно. Интересно, еще стек какой-нибудь выпрыгнет на меня. Давайте сразу три. То и пять. Могете? Я сейчас здесь грабеж еще включу около Массалии. А че? Чуть-то он дохнет. А, то есть он флот, который там за выше Испании, он решил, что не будет меня атаковать. Окей. Иллирийская конфедерация около Лилибея. А в Африке она не атакует. О, Бибула, а ты где поранилась? Я уже забыл про тебя. А, вот она. Хорошо, ладно. Теперь... О, сколько у меня всего построилось. Отчет по хозяйственной части Вигилов нанял. Декси. Кто это? Подожди. Где? Ага. Ну да, ну блин. Мне нечем его переманивать, к сожалению. Давай-ка. Продолжим. Да не, не заказное убийство, вы чё? Диверсия, отравление пищи. 39% маловато. Деньги возместил, окей. Подрывная деятельность. Давай-ка еще бахнем по присягнувшим. Они восстанавливаются, сука, потому что они на своей земле стоят. Да, восстанавливаются, падлы. Насколько это хорошо получилось. А, опять крит. Ну, потому что он дважды... Блин. Я теперь могу его не победить. Хотя это засада. Не, должен. Да, нормально все. Без проблем. У него всего три присягнувших, причем они покоцаны. У меня куча всяких разных легионов. Уже была засада у меня недавно такая. Нет желания повторять. Марк Антоний своей лысой башкой. Прям как у меня. На, сучара. Потому что он кританутый, поэтому он никуда убежать не может. Молодец, Марк Антоний. Теперь есть шанс. И забираю Нумансию. Забираю ее.
Она ему не нужна. На, сучара, на. Грабить не буду. У меня беспорядок и так кругом. Вот так. Отлично. И что там в Нуманции? Ага, я понял. Все сносим. Что дает? Водоем, пища минус один, общественный порядок плюс два, рост плюс два. Ну, можно пока оставить. Давай пока оставлю, наверное. Потом снесу. Окей. Здесь минус 20 только на следующий ход. И следующим ходом будет уже 0 опять. Хорошо. Хорошо. Теперь смотрим, кто у меня круче из этих двух агентов. У этой 67, у нее рвение, шанс на крит, сплотить рабов, демонстрация, авторитет. Короче, тетка, бабка будет у меня здесь стоять и порядок повышать как раз. А, она не может, потому что она что-то пакстила, да, как раз? Угу. Ладно. Тогда. Бибула топает, смотрит, что Вороциля. Давай. Вороциля пусто, отлично. Бриганти, что дымится-то? Непонятно. У меня там кто-то пакстит? Провинция под контролем, да. Схвачено поселение, да. Нет, я не понимаю. Ну, он дымится, наверное, потому что здесь было как бы разрушенное здание, а я его не стал сносить, а сразу начал перестраивать. Так, я достаю до Арацила? Нет, я не достаю до Арацила. Поэтому прячусь от возможных агентов и на следующий ход Арацил заберу. Арацил — это уже полностью драконская Испания моя будет. Угу, хорошо. Хорошо, здесь я стою перед Массалией. И рейдинг включаю. А, скаур мой любимый. Выстрелов в минуту всех осадных машин. Класс. Вот это то, что надо. И таран, матрос. Скаур это мой, по-моему. Да. 500 монет. 500, а гриппа сколько? А гриппа тоже 500. Все по 500. Только Марк Антоний 1500. В три раза больше. Да, кстати, дай-ка проверю. Во-первых, сколько денег это приносит? Сейчас 5000, так 4600. Нормально. Во-вторых, не влияет ли это на... А, знаешь, пофиг на самом-то деле. Не, не влияет. Он именно здесь, только в этом море, как бы. Это вообще море, вот, Гальский залив, а это Тиренское море, а это Испанское море. То есть он в этом море спокойно можно грабить. Причем неплохо так получается. Вот, если кто-то хочет на него напасть, милости просим на этот флот. Пожалуйста. Я даже не представляю, что там на меня может в этом море напасть. Здесь нету ни одной цивилизованной, короче, лодочки поблизости. Ну, вот эти только, конечно, упыри. Они еще должны мимо этого флота проплыть. Хорошо, значит, здесь более-менее в Испании все под контролем. Более-менее. Можно здесь немножечко тоже поднаняться, самую малость. Можно пока не трогать Бригантий. Бригантий у меня уже 9 имеет. У меня когорты вакатов, 3 когорты легионеров. Ну, то есть от какого-никакого флота я, наверное, отобьюсь, особенно... Если там не слишком много присягнувших, а всякие там какие-нибудь упыри. Тем более, раз он боится, значит, уважает. А, как у меня порядок? Давай посмотрим. Растет? Нет. Я в последнее время не сильно рабами увлекался. Ну, Карфагеника, понятно, я только что Нуманцию захватил. Мавритания минус 10, это не очень хорошо. Да. Вот это вот не очень хорошо. Но я могу вроде... Нет, не могу, это порядок не повысит никаким образом. Зараза! Мне из-за рабов, да, наверняка? Да, минус 20, блядь, рабы. Африка минус 9 пошло. Какого хрена? Рабы минус 11.
Здесь всего плюс 4, да. О, мрамор, кстати говоря. Секундочку. А, мрамор у меня в Вороциле как раз. Бетика растет, но пищи не хватает. У меня в целом-то с пищей норм. Вроде да. Здесь сейчас пища жахнет минус 4, но мне хватит. Драконской Испании минус 6. Плохо, но здесь построится эта штука. Можно, кстати, вот это построить. Тоже пищу зажрет, да? Ну ладно, в целом неплохо. Давайте посмотрим, что еще я могу потратить на агентов. Здесь вроде у меня в Испании все походило. И чего еще мне надо потопить? Потопить мне надо еще вот эти вот вражеские грузовые суда. Однозначно. Можно еще вот это потопить. А, это флот. Нет, флот я не хочу. Далее. Грабить, да, тварь? Вот это надо обязательно. Есть, наконец-то у тебя с третьего раза получилось, блин, тетка. Я уже за тебя волноваться начал. Думаю, не ушиблась ли чем. Здесь какой бережочек. О, здесь мой флот, кстати, может помочь, наверное, если я проатакую его. Но не буду рисковать. Мне надо армию нанимать. Нанимать армию. Здесь тоже они включили грабеж, именно поэтому у меня здесь такой плохой порядок. Манипуляция. Да, ёперный театр. Короче говоря, мне некогда особо наниматься. Мне, ну, в смысле, некогда особо строиться. Мне надо наниматься, да? С этими упырями разобраться. Сучара. Вот этот легион мне бы очень помог. Надо подумать, как мне освободить вот эти два легиона. Ну как? Надо высаживаться в Италии и ураганить там тогда. Тогда и флот можно будет уже. Вот если я захвачу вот это все побережье, грубо говоря, вот так, то мне флот можно будет держать только вот здесь, грубо говоря. Да. Это совсем другая картина будет. Но пока что, к сожалению, не могу. Война-то у меня со всеми. Да, новых фракций пока нет. Вот зараза, блин. Здесь надо наниматься, и там надо наниматься. Ты кто? Это флот? Глаза бури. 14 рыл. Много. Много-много. Здесь два Египта пакостит. То у меня скоро начнутся беспорядки. У меня в Цидаме практически ни черта нет. То есть мятежники запросто Цидам захватят. Сколько у меня? Через 3 хода восстание рабов, сука! Ты кто у нас? Солинатор. Солинатор, ты умеешь ночную атаку, скажи? Нет, нихера он не умеет. Этот тоже не может ничего сделать, блин. Короче, надо здесь в первую очередь наниматься, я так предполагаю. Нет, тут минус 9, тут дольше продержится и порядка больше. Значит, здесь надо наниматься в первую очередь. Во-первых, слонов один отряд пускай будет. Союзная конница у меня получше даже будет, чем конница легиона, да? Двоих. А, и все, да, на этом? Понятно. Ладно, ладно. Тогда ладно. Эта тетка пока ничего не может сделать. А этот может, но я хочу его немножко сюда отвезти. Пускай он на этой границе вот так вот повосстанавливает. Видите, ноль сразу пошел. Отлично. Ага. Кстати говоря, я же нанимал вот этого черта. Я его забыл, наверное, поставить. Или как раз я его в прошлом ходу нанял. Так, есть. Ну все, вроде. Вроде все. Сейчас я небольшой перерыв и конец хода нажму. Все, погнали. Македония, ух ты, блин, а, надо было ее потопить, я забыл, ну ладно, неважно, в принципе, можно и попозже это сделать. Так, Египет что-то мутит, но атаковать не стал. Бактрию я пока не видел.
Хотя уже воюю, по-моему, с ними. Так, конфедерация галлов, давай, что ты придумаешь? Сможешь, захочешь ли ты сейчас меня атаковать? Да, слушай, это вообще, это магнит. Это просто магнит для идиотов. Флот гарнизонный очередной, короче. Сейчас я это все потоплю, записывать это смысла нет. Обожаю, когда присягнувшие идут на дно. Просто песня. Чуть-чуть меня покоцали, самую малость там. Флот из неожиданного места выплыл, ну и прачники меня достали. А так нормально. 37 человек не потери. Это куда побежал? Сюда такой. К Талосе побежал. Около Карфагена какая-то тусня, ну. Побежал, побежал. Куда ты, сучара? Сейчас разберемся. Никто особо ничего мне тут не напакостил. Угу. Построился Урбс с гарнизоном в Тингисе. Ну-ка, покажите-ка. Хорошо, минус 5. Можно ставить школу гладиаторов на самом деле. И это даст хороший буст по порядку. Давай сначала посмотрим, что тут. Тут минус 4, он бросил это поганое занятие меня грабить. Но я его догоню все равно, сволочь. Блять. Какая-то она неудачница, реально. Вообще ужасная просто. Ну, здесь продолжается этот чат кутежа, блин. Мне нужно заманипулировать гребаного агента. Сука. Так, что я тут изобрел? А, я осаду полностью изобрел, да? Хорошо, наверное. Стоимость набора, стоимость содержания флота и скорость пополнения всех войск и флота. Полезная штука, полезная, да. Доход от земледелия, доход от всей торговли. Какая нахрен торговля, ребята? Насаждение культуры, насаждение культуры. А это что? Вигилы, клака, термы. Ну, не знаю. Давай вот это сделаю, это хоть на деньги напрямую влияет. Да, нападать мне рано куда-либо. Единственное, что я могу патрулить флотом, конечно, вот это дело все. Но тут очень большой флот, блин. Македония еще. Воюем со всеми, хорошо. Ну надо, надо, вот это топить надо. Флот топить, блин. Много чего надо делать. Что у него там за флот-то? Наверняка какой-нибудь пакостный. С баллистами, со всякой фигней. Минус 4, видите, Карфаген. Из-за этого. Здесь, короче, все не радостно, но, в принципе, вполне себе решаемо. 7000 у меня, да? Давай тогда, ну, мне просто выхода нет, мне очень надо повышать порядок. Поэтому у меня сейчас минус 5 порядок в Мавритании. Если я построю вот эту штуку, то будет аж плюс 7, минус 5, плюс 2, то есть у меня будет, получается. Угу. Пища, правда, сожрется. Ну, по этому поводу можно что-нибудь построить. По поводу пищи. Я, правда, боюсь, если я Лептис Магнум потеряю, то у меня будет такая жопа. Лептис Магнум ни в коем случае отдавать нельзя, поэтому... Поэтому нанимаемся. Это кто? Когорта Орла? Хорошо. Эвокатов. Эвокатов нанимаем. У меня денег нету больше, блин. Давай, берем Арацил. Отлично. Грабить, наверное, не будем опять, да? Скорее всего. Порядок, потому что очень поганый, блин. Хотя очень хочется, конечно. Сколько это денег? 3500, блин, очень хочется, но нет. Порядок важнее. Все, Испания вся моя. Вся Испания моя. И у меня тут резчик по мрамору. Все это сносим, сносим, сносим. Деньги я получу на следующий ход. За это дело. Видите, вся Испания моя. Дальше уже провинция. Франция пошла. Класс. Что у меня по империи? Да, дофига еще. Да и до конца империя. Провинция под контролем. Схвачено поселение. Получены ресурсы. Мрамора. Это хорошо.
Нужно цирк строить. Класс. Правда, пищи надо много. И денег. Кстати говоря. Так, ты, тетенька, можешь уже улучшать порядок начинать. Чпоньк. Минус 13. Ты охренела? Коза, блин. Что с тобой не так, скажи мне? Вроде все нормально, блин. Ох. Она чужая, потому что я не знаю. Давай к Бурдигале подходим. Никого около Бурдигалы. Хорошо, так, ты. Если я отойду, еще меньше порядок будет. Минус 16, да, блядь. Я херею, дорогая редакция, ну ладно. Колотолосы никого. А вот вы где. Иди сюда. Денег нет. Ну ладно. Что здесь тусит Норик, я понять не могу. Если он на таракон пойдет, это козлина, то он его может взять. Тут 13, конечно, рыл, но может взять, может. Я, в принципе, могу из Нуманса и уйти. Мне делать нечего. Я могу обратно к таракону топать. Вот так. Ой. Ах. Серьезно? Хорошо. Тогда. Пищу, что ли, отменить? Блин. Ну а что еще делать-то? Не трущобы же получать, правильно? Вон у Манции. Давай так сделаем, вилла. Подожди, а это что дает? Честный порядок. Ладно, вилла. Так будет. Тоже пищу какую-никакую даст. Давай, у меня еще деньги появились на то, чтобы агентов. Ладно, нифига себе, он мощный какой дядька. Ты можешь вот этого козла попробовать переманить. Манипуляция, принуждение. Задержан. Ну, ладно, могло быть и хуже. Легион Африкана, Помпей Магн, получает солдата. Хорошо. Агенты все походили, да. Да. Теперь возвращаемся к моему нелюбимому пока что месту. Надо топить вот этих. Дайте я посмотрю, сколько времени. Время еще есть. Ну, что ж. Давай затопим сначала флот. Ёперный театр, серьезно. Так, две дальнобойных пинтеры. Штурмовая гексарема. О, это очень жесткие ребята, блин. Пинтеры с башнями. Чуть я очкую, если честно. Ну-ка нахер. Агриппой не хочу рисковать. Давай лучше я Македонию потоплю. Вот, это я потоплю. Вне записи. На дно, да. На дно. Да, это не Агриппа ни разу, конечно, но это, по-моему, все равно Юлий. Да, это Юлий. И Паитимию получает истинного воина и... А вот давай общественный порядок еще заодно увеличишь. Палачом минус один, да, так лучше. Стрёмно мне нападать на эту какашку. Давай-ка я тут можно нанять? Вот, да, вот можно. О, даже двоих можно нанять, вот так. С этим будет получше. А... Этот легиончик пока что. Я не вижу, чтобы кто-то мог выплыть из темноты, но все равно лучше не рисковать лишний раз. Можно, знаете, как сделать на самом деле? Можно вот так вот спрятать ее здесь. Пускай он подойдет на Тапсус. Я понимаю, порядок там, все такое падает. Здесь такой вообще жесть, короче. А что делать? Война по-прежнему со всеми, все агенты походили. Ведь, конечно, надо уже пора начинать немножко уже думать, как я буду высаживаться. Ну, в принципе, что тут думать? Массалия, вот она. Высадился, да пошел. Вот. А Геную и
Неаполис я перекрою, если что. Вот от этого, правда, надо будет сначала всего избавиться, говна. Да ладно, короче, хватит баловаться, поехали. Я надеюсь, что сейчас вот эта армия, которая там стоит, гальская около Массалии, нападет на мой флот. Египет. У него какие-то дела, видимо, нарисовались. Он решил отойти. Это очень хорошо, это мне порядок даст восстановить. Македония тут тусит нехорошо, конечно. То Македонии не было видно, она где-то в этом районе ошивалась. Ну давай, кельты, давайте, давайте. У вас там армия вкусная, там у меня флот вообще аппетитный, ну, нападайте. А, это другие были. А, этот нападает, да, я их путаю постоянно. Вот, отлично все. Все прекрасно. Опять этот флот, блин, бессмертный, блядь. Сколько раз я его уже топил? Два, да? Сейчас третий раз будем топить его. Поехали. В этот раз достали, блин, мне баллисту одну, зараза, чуть не убили. Падлы. Все из-за этого флота вонючего. Очень крепкий флот, на самом деле. С одного тарана он не ложится, и надо много по нему положить. Этих самых. И заплывает он всегда, блин, сзади сбоку, так, короче, то есть. Суки. Смотрите. Покоцали мне баллисту. Подонки. Убить всех. Нужно нанять какой-нибудь кораблик, кстати, может быть, чтобы разбираться с этим дебильным гарнизонным флотом, а то он меня раздражает. Епир. Смотрите, какая толпа. Охренеть просто. Сука. Ладно. Это о чем я говорил, вот, кто не смотрел видосы, как использовать засады, посмотрите. Гай Октавиан Фурин. Это еще нахрен кто? Ладно. Класс третий получил у меня. Еще одну. Как это называется? Традицию? Так где это? О. Еще больше выстрелов. Так, а эта вонючка пробежала мимо, да? Засада не удалась. Должно быть написано где-то у меня. Да, вот она. А, вот же Гай Октавиан, ёперный театр. Только он фурин какой-то. Какой-то неправильный. Октавий, Гай Октавий Фурин. Ну, не знаю, ребята. Сколько он? 37 лет. Чистолюбие 1, чадолюбивая жена, рост заход плюс 2. Ладно. Ну да, но я же говорю, это мусор, реально мусор. То есть вообще тут, видите, у него полный стек 2500, у меня 2000, и он в жопе, потому что мечники шинкуют вот это вот говно все, только в путь. Выжил, что ли? Ну дает. Я думаю, догоню. Я думаю, догоню без проблем, чтобы знал, как высаживаться тут. Что ты у нас получаешь, истинного воина? И давай. Да все, все. О, что там за звуки? Соседи что-то опять решили посверлить. Когда уже дом рухнет, я не знаю, блин. Сверлят и сверлят. Минус 6 у меня по-прежнему. Ну, зато нету армии этой вонючей. Так, ты, коза, блин. Сколько будет стоить манипуляция, принуждение? Давай, блин. Вот так, отлично. Какая красивая, а? Знатная женщина с хером на лбу. Что она умеет? 43 года ей, дальность перемещения. О! Военное хозяйство, стоимость содержания. Ну, хорошо. И налоговая ставка плюс 3 тоже хорошо. Я на налоговую ставку поставлю, наверное. Потом. Так, туточки все свалили вроде бы. Можно это дело расформировать и после гонца уже начать нанимать, да? А тут у меня есть конница, есть слоны, есть застрелы. Все, остальное все пехота будет. Остальное будет все пехота. Эвокаты.
Денег у меня нормально. Это в честь того, что разрушили ну, эти постройки в Арацили, да, я так понимаю, да. Надо, кстати, их застроить, запостроить. Пищи здесь почти нету. Вот как раз пищу и поставлю. И... Да и копию поставлю, чё. 4000 осталось. Можно потихоньку выдвигаться уже. Где моя армия? Вот она. Можно потихоньку выдвигаться в сторону Массалии. Марко Антонио. Давай бахнем немного по порядку. А сколько надо? А нет, все, он же в эту самую не может. В засаду уже не может, поэтому пускай стоит здесь. Немножко восстановит порядок. Давай засунем этого гражданина на военную подготовку. Вот эта тетка, что-то у меня сомнения по поводу того, что она пользу здесь приносит. Блин. А, да вообще ничего не поменялось, когда она ушла. Пускай, короче, идет тогда на передовую. Так, ты, что в Талосе, скажи? Ничего, да? А там? Тоже ничего особенного. Ладно. Туточки чё? Можешь, у тебя 6 аж рвения, попробуй принудить этого козла. Хорошо, ладно. Пускай так. Тут все суд. Слушай, в Бригантии у меня построилась военная верфь. Это прекрасно. Это значит, что я при необходимости здесь могу нанимать дальнобойные квинкриемы. Отлично. Красивая вообще Испания, конечно. Так, нанято, да? Давай-ка еще две штучки, потому что там флот реально жесткий вообще. Так. Это флот, это флот, это флот. Это не трогаем. 3900. Надо во что-нибудь вложиться. Так, ёперный театр-то, а? Сколько ж сверлить-то можно? Можно бахнуть вот этих вот македонцев. А, стоп, бахнуть. Это флот. У-у-у, бахнуть. Ага, сейчас. В Лептисмагне тоже нужно военную верфь. И наниматься надо. Потому что здесь без армии делать нефига. Конницу легиона можно сделать. Да блин. Заколебали. Ну и дальше эвакатов. Так, тут все свалили. Патефон, давай-ка ты, родной, не будешь деньги тратить и пытаться его переманить, а просто нажми, ну, порядок восстановишь, да, плюс 12 пошло, отлично, хорошо. Итого у меня по порядку, смотрим, где проблемы в Лузитании, минус 1, ну, это не проблема, это ерунда. В Карфагенике минус 10, к сожалению, да. Ну, здесь 13%, 13 точнее, порядка у меня восстановится еще. Мавритания минус 5, но у меня здесь вон какая штука строится, все хорошо будет. Бедики плюс, в Африке минус, в Африке. Это потому, что вот эта мразь пакостит. Но я наймусь и убью его. Так, теперь мне нужно автосохранение какое-нибудь, пожалуйста. Это флот. На кого напасть-то? Кого чпокнуть? Чисто ради автосохранения. Блин, 14 очень много. Здесь плюс идет. А, 18, да? О, слушай, хорошо. Я могу выдвигаться дальше. Че, как говорится, ждать? 9, да? Отлично. Это что? Улучшить доспехи. Ага, давай улучшим. 57. Все легенды у меня походили. Вот этот не улучшился. Авторитет.
Так, и агенты все, но я хочу сохранялочку. Или может тогда уже конец хода нажать, и там сохранится. Ну, наверное. Со всеми война, давай конец хода. Посмотрим, чего искусственный интеллект нам предложит. Может, он сам сейчас нападет и будет тебя сохранял, как говорится, да? Флот свалил македонский в сторону Лилибея. Там вообще нехилая такая тусня около Лилибея. Очень такая непростая, блин. Египет что-то мутит. Ну, наверняка агентами, да? О, он флот увел. Агенты подошли. Аж два воителя Клептисмагни. Что-то сразу там заорал. Конфедерация кельтов — это не те, это которые Галатия. И что там, слон какой-то. И вот галы. Ну что, есть у них еще армия, чтобы на меня напасть? Около Массалии пробежала армия мимо. Тут какой-то агент бегает. Еще один. Около Массалии армия вниз пробежала. Видели, да? Ливийская конфедерация ничего не сделала. Ну и все, никто не напал на этот ход. Агент задержан. Это где это? Луций Брутий Сабин, да. Бывает. Легион 1 Италика. А, Италика. Это кто у нас? Дом Юлиев. Харизма плюс один. Ну давай его. Давай его. Я надеюсь, что он при жизни успеет, легион 1 Италика, переформироваться и пойти угорать. В Италию. Раз уж он Италика. Строительство завершено в Нуманции. Хорошо. Но у Марка Антония шансы на успех нападения из засады. Хе. Заменяем. Культурное влияние. Отчет по хозяйственной части. Это немереное количество войск нанял. Смотрите, как просели доходы сразу, да? Ну ничего, ничего. Население встревожено. Блин, это плохо, конечно. Но где-то хорошо, по всей видимости, наоборот. И отчет по кораблестроению, это значит, что я смогу поднапасть. Блин. Флот. Еще флот. Да вы угораете. Сука. Ну, короче говоря, мне нужно здесь еще больше флота, чтобы потом его слить благополучно, блин. А что делать-то? Я не хочу баллисты свои тратить, они дорогие. А вот это вот говно дешевое. Ладно, на этом все. Спасибо всем, кто смотрел. Это был Кот. Рим 2 Total War, Легенда Юлиев, Война против всех и никакого мира. Не забывайте подписываться, если еще не подписались, а то ж роликов-то много будет. Пальцы вверх ставьте, если понравилось. Ну и зайдите в группу ВКонтакте, там всякие фотки, не пожалеете. Ссылка на главной странице канала. Всем пока.